Эта неделя из-за непростых погодных условий для всей страны выдалась тяжелой, в частности для Республики Адыгея. По информации Адыгейского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 13 февраля в республике выпала больше месячной нормы осадков в виде снега. В среднем по республике его уровень составил 70 сантиметров. На данный момент это пока не привело к созданию критической ситуации. Все это время ДРСУ и коммунальные службы работали в экстремальных условиях. Они делали все возможное, чтобы расчистить дороги. Но нужно отметить, что кроме дорог есть еще пешеходные зоны. Они все это время оставались в критическом состоянии. В связи с чем глава республики принял решение провести масштабный субботник по уборке снега. В нем приняли участие работники бюджетной сферы, культуры, администрации поселений, сотрудники коммунальных служб. Люди вышли на улицы для расчистки от снега дорог, тротуаров, площадей, прилегающих к социальным объектам. В процессе работы были очищены тротуары и пешеходные дорожки, что очень важно для безопасности, так как люди передвигались в основном по проезжей части. Огромную помощь в уборке снега оказали фермеры и руководители предприятий. Ими была выделена техника для погрузки и последующего вывоза снега за пределы населенных пунктов. Всего по району было задействовано около 100 единиц. Это погрузчики, самосвалы и тракторы. Администрация района выражает благодарность руководителям КФХ, предприятий и частным лицам. Хочется сказать всем участникам огромное спасибо. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района.